Организаторы обещают, этот день города будет вызначаться своей массовостью. Каждый найдет для себя нечто интересное. Основные мероприятия разгорнутся в субботу, 17 вересня. Их завершением станет призначены на 22 часа 10 хвилин фейерверк, который отбудется сразу в 5 кропках Гомеля. При этом уход практически на все мероприятия Дня города будет бесплатным. Купить билет придется, в приватности, на концерт Московского театра танца «Гжель», который пройдет в областном громадско-культурном центре у субботу, а так само пятничный открытие на центральном стадионе и все мероприятия турниру «Золотая рысь». Кошт билетов на опошне складе у среднем крыху больше, как 10 рублей, але тут сапраўды есть на что поглядеть. Так как мы подняли рейтинг мероприятия, то уже заявили те коллективы, которые в топе 10 лучших в России, в топе 50 лучших в мировом первенстве чемпионатов. Поэтому, и учитывая, что заявки поступают, я думаю, что и возрастной ценз от 4 до 60 мы расширим и увеличим количество престижных пар. Бадай самой массовой подчас святкавання Дня города станет церемония открытия свята. У шоу на центральном стадионе будет задейнічана каля 3000 человек. У гэтые дни на розных пляцоўках Гомеля проходят репетиции, по яких можно меркаваць об особных элементах постановки. Увесь сценарий у Гомелі пакуль ведаюць усяго некалькі человек, а таму интрига будет заховаться до апошняга моменту. Докладно вядома, что глядачоў будут здзіўляць як экзотичными нумарами, так и сучасной хореографией. Удивлять будем экзотическими коллективами новыми, которые прибудут к нам на фестиваль. Это из Африки. Шотландская будет звучать музыка, танцы. Будем интересное делать с нашими студентами композиции, поточные упражнения. Будем рисовать эмблему из числа наших участников. Как бы живая картинка будет присутствовать. Ну и, конечно же, каждый раз какие-то новые сюжетные идеи должны воплощаться и иметь место в этом празднике. И я думаю, это будет. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель».